Оперативники обнаружили на даче депутата парламента Армении Мавелы Грикоряна личный зверинец с тигром и медведем, десятки автомобилей, в том числе Rolls-Royce, Mercedes и Hammer, большой арсенал оружия и боеприпасов и тонны продовольствия, которое было предназначено для армии. Зачем Грикоряну, у которого звание генерала, коробки тушенки, сгущенного молока и письма детей солдатам, остается только догадываться. Это не преступление одного-двух дней. Это результат вседозволенности и беспредела, когда один человек может установить свои феодальные порядки в целом городе. И я сомневаюсь, что правоохранительные органы не знали обо всем этом. Мануэль Григорян должен ответить за это. Мамвел Грикорян, который до недавнего времени считался одним из самых влиятельных людей в Армении, был лишен депутатской неприкосновенности и арестован по обвинению в коррупции. Генерал свою вину не признает. Для меня сейчас главное – это моя честь. Я должен доказать свою невиновность. Я был командиром десятков тысяч людей, прошел с ними путь. Не знаю, кто что про меня думает, но я верю в своих друзей, в свою страну и правосудие. Дело Мавела Грикоряна самое резонансное, но далеко не единственное. Сейчас служба национальной безопасности, пожалуй, самая популярная структура в Армении. О разоблачениях СНБ рассказывают чуть ли не каждый день. На предмет коррупции проверяют как министерства, связанные с государством организации, так и отдельных людей. Все действующие лица коррупционных скандалов прямо или косвенно связаны с бывшим президентом Армении Сержем Саркисяном. Дело даже дошло до структуры брата Саркисяна, которая, по данным СНБ, не платила налоги и причинила ущерб государству на $500 000.